делай свои лучшие. Тогда понятно. Что сейчас подсказал? Но справедливое возмездие все же настигло маньяка Андрея Пустовалова. Маньяка, вышедшего на страшную охоту на людей, раздавил многотонный цементовоз. Издевательство какое-то. Серийный убийца, неуловимый потрошитель, чудовище, кровавые следы которого в течение 3 лет пытались распутать лучшие сыщики страны, попадает под колеса грузовика. Правильно. Не переключайтесь. После так это, сволочь. Рекламы, мы вернемся в нашу студию. Реклама будет недолго. Итак, мы снова в студии и продолжаем наше независимое расследование. Сегодня нам предстоит разобраться в истории, жуткой по своей жестокости. Даже у меня, повидавшего немало на своем веку, мороз пробегает по коже, когда я читаю материалы этого дела. Представьте себе, заснеженная тайга, 2 изможденных человека, 2 геолога, 2 друга. Они бредут по колено в снегу. Вся еда давно съедена. Связь с большой землей потеряна. Они обречены. В это трудно поверить. Но вскоре один из них станет ужином для другого. Каково это? Съесть человека. Чтобы разобраться в этой запутанной, страшной истории, мы пригласили в студию вдову трагически погибшего геолога Василия, ставшего жертвой коллеги-каннибала. Встречайте, Оксана. Здравствуйте, Оксана, присаживайтесь. Здравствуйте. Итак, Оксана. Что ж это сегодня такое творится? Следование не проходит без свидетелей. А единственными свидетелями разыгравшейся в сибирской тайге кровавой трагедии были лишь вековые кедры и дикие звери. Но поскольку пригласить их в нашу студию мы, естественно, не можем, мы пригласили единственного, кто может рассказать, что произошло в тот роковой день. Итак, встречайте. Геолог Дмитрий Косолапов. Здравствуйте, Дмитрий, присаживайтесь. Здравствуй, Оксана. Да после того, как ты убил и съел моего Васю, ты еще смеешь смотреть на меня? Ты! Животное! Вы действительно съели своего товарища Василия? Да. Добрый день, Инна Степановна. Здравствуйте. Людмила Алексеевна, смотрите, что показывают. Ты прикидывался приличным человеком, ходил к нам в гости. А? Ты убийца, людоед. Ты признайся, ты его убил? Ой, дядя Митя показывает, только он с бородой. Митька из 30-й квартиры убил человека, вот так. Ой, Господи, а может, это не он? У Митиши бороды нет. Ведущий его Димой называют. Дима и Митя – это одно и то же.
А бороду он отращивал, я помню. Ну ты же врешь, ну! Он это... Ты же убила съемного мальчика! А кто теперь это забудет сама, Людка? А? Ты убийца, Люда, нет, ты признаешься. Черт, мой русский, напугал. Как рассказал нам Дмитрий, он, чтобы вернуться домой и спасти свою жизнь, был вынужден съесть своего товарища. Ну вот, Оксана считает, что вы вначале убили своего друга, а потом уже съели. Признайся, признайся, что ты его убил. Я этого не делал. Добрый день всем присутствующим. Не могу я убить человека. Здравствуйте, профессор. Смотрите, что показывают. Ты убил моего Васю. Что там случилось? Вот этот негодяй. Митька из 30-й квартиры убил своего товарища. Вот так. Какая же ты сволочь, ну какая же ты сволочь, ну. Нет, ну ты не только убил моего мужа, ты же еще надругался над его телом. Убийца ты, людоед. Митя. Нет. Это какая-то ошибка. Сначала Вася умер, а потом я его это... Ах, ты скотина, ты сволочь-то! Страсти в студии раскаляются. Оставайтесь с нами, после короткой рекламы вы узнаете настоящую правду. Этого не может быть. Я же готовил его в Институт по античной культуре. Он изучал лучшие образцы гуманистической литературы. Он просто не мог этого сделать. Ну, может, он съел этого несчастного, чтобы спасти себе жизнь? Ведь у Мити же есть маленькие дети. Маленькие дети? Это еще не повод, чтобы съесть своего товарища. Нет. Не мог он так поступить со своим товарищем. Он воспитывался на европейских гуманистических ценностях. Идеал. А вы уверены, что эти ценности правильные? Вы видели, что в Европе творится? Что? По улицам ходят голые гомосексуализмы. Вот так. Представляю вам новинку. Кукла «Принцесса в гробу». Ба, смотри, какая миленькая кукла. Купи мне такую с гробиком. Настенька, я куплю тебе куколку. Только другую, ладно? Веселенькую, хорошо? Нет, я такую хочу. У Даши такая кукла есть. Мы ее уже в песочнице в гробик клали и закапывали, а потом раскапывали. Вот, профессор, что нам из Европы шлют? Мы им матрешки, а они нам детские гробы. О, скоро и Настя будет с топором ходить. Мы снова в студии передачи «Будьте бдительны». И с вами снова я, ее постоянный ведущий Эдуард Туманов. Дмитрий, расскажите обо всем, что было, подробно. Я и мой друг Вася пошли в тайгу, в геологическую разведку. Ах ты, сволочь! Ну как же ты можешь Васю называть своим другом, ну? Вася действительно был моим близким другом. Мы даже спали под одним одеялом. Это интересно. А почему вы вообще заблудились? Засели батарейки в рации. Мы потеряли связь с базовым лагерем. И что же было после того, как вы потеряли связь? Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте. Может, вам помочь? Нет, спасибо, Константин Александрович. Последние запасы еды. Ой, в один это кто? Из трудных дней, Димка, что ли? Пока Вася собирал хвост телевизор для костра, я взял ружье и пошел искать хоть какую-нибудь дичь рядом с лагерем. Так, значит, у вас было ружье? Конечно. Чтобы отгонять диких животных и вообще так, на всякий случай. Ну вот же ты его и убил из ружья, пока он собирал хворост. А что, в спину, небось, стрелял, а? Оксана, а почему именно вы пошли на охоту с ружьем? Потому что я хорошо стреляю, а Вася как-то не ладил с оружием. Логично, логично. Он так, еще и хорошо стреляет. Да какое ружье? Какую-нибудь дичь. Он даже войнушку во дворе не играл, все стихи сочинял. Что происходит? Возможно, все это время рядом с нами жил убийца. Это вы про кого? Про Димку, что ли? Ты же убил и съел моего Васю. Да. Мы подходим.
подходим к самому главному. Почему спрятались звери? Погода портилась. Начинала снежная буря. Жец. Понятно. Так, и что же было дальше? И вот мы шли, шли, шли по льду. В какой-то момент мы не заметили проталину под снегом. И Вася провалился под лед. Я бросился ему на помощь. Лег, подполз, протянул ружье. Он ухватился за край ствола, но вылезти никак не мог. Мешала мокрая одежда. Я кричал тогда ему, чтобы он бросил рюкзак. Брось рюкзак, он не бросал. Неужели рюкзак был дороже собственной жизни? Я не понимаю, может быть, в этом рюкзаке были какие-то драгоценности, алмазы, золото, которые вы нашли в тайге? Нет, золота там не было. В рюкзаке лежали последние остатки нашей еды. Значит, еда у вас все-таки была? Нет. Там были соль, перец, чеснок, немного укропа. Понятно, специи. Так, да. Что было дальше? Через пару дней, извините, через пару минут, я все-таки уговорил его бросить рюкзак и при помощи ружья вытащил его из проруби. Ах ты, сволочь. Ты прикидываешься благородным, да спас человека из проруби, рискуя собой. Нет! Ты его вытащил, чтобы съесть! Ну, признайся! Лицемер! Успокойтесь, Оксана, успокойтесь. Мы подходим к самому главному и самому трагическому в этой истории. Что было дальше? Я дал Васе часть своей сухой одежды. Мы сошли с реки и долго-долго шли по глубокому снегу. Через некоторое время у Васи начался жар, а буквально через сутки он умер. Это печально. И вы? И я... И мне пришлось съесть останки своего товарища, чтобы выжить и чтобы вернуться домой. Что же это с нами происходит? Просвещенный человек 21 века, читавший классиков, пишущий стихи, съел человека. Вам понравилось мясо вашего товарища? Я не помню. Я был очень голодным. Поначалу я его даже не жарил. Фу, какая мерзость. Кулинар хренов. Жарил он, варил он. Да у нас в наше время таких до стенки не доводили. Люди, посмотрите, что делается. Вот этот негодяй убил и съел моего мужа. Он сейчас сидит рядом с нами. А ведь он уже попробовал человеческое мясо. А следующий может быть ваш ребенок. Но остается неясным. Ба, я боюсь. Бил ли Дмитрий? Не бойся, Настенька. Мы его в тюрьму надолго посадим. Он у нас воду с хлебушком будет есть. И то по праздникам. Мы узнаем сразу после рекламы. Ой, мне уже страшно становится. Ой, кто бы мог подумать? Такой всегда вежливый молодой человек. А может, он и не виноват. Может, он и не убивал никого, а просто съел мертвого. Ну, может быть, он... Просто вынужден был съесть этот труп, потому что хотел вернуться домой, выжить. У него же тоже маленькие дети. А вы его не защищайте. Мы его сначала в тюрьму посадим, а потом пусть милиция разбирается. Человека в тюрьму сажать нехорошо. Но иногда надо. А может, лучше расстрелять? Настенька. Итак, мы подошли к самому главному. Дмитрий, вы сказали, что вы не жарили мясо товарища. Да, но потом я развел костер и растопил в котелке снег. В этом котелке? Да, это мой котелок. А чем вы разделывали мясо? Топориком. Этим топориком? Мой топорик. У нас в студии вещественные доказательства. Топорик и котелок. Именно в этом котелке нашел свое последнее пристанище Василий. Какой же ты негодяй. Дмитрий, скажите, а вы могли бы
показать нам, как вы все это делали? Да, могу. Манекен в студию! Дмитрий, сейчас я дам вам муляж вашего топорика, и вы подробно покажете нам, как вы все это проделали. Хорошо. Так лежало тело Василия? Нет, немного не так. Покажите, как. Вот так кажется. Кажется или так? Так, точно так. И с чего вы начали? С ноги. Покажите, покажите. Всем добрый день. Что-то случилось? Митя? Ты убил и съел своего товарища? Какого товарища? Своего товарища Василия. Мы про тебя, знали, как он убийца и людоед. Спасибо телевидению. Открыла глаза. Я сейчас вам все объясню. Мой знакомый работает на телевидении, редактором. Пригласил меня поучаствовать в телепередаче. Им нужен был настоящий геолог. У меня с деньгами было тогда сложно. Вот я и поучаствовал, подыграл. Артист нашелся! Весь дом запугал! Я чуть пожарных не вызвала! Так это что, был такой телевизионный розыгрыш? А вас как геолога попросили подыграть? Ну, конечно, Константин Александрович. Даже вы поверили, что я убил и съел человека? Нет, я, конечно, сомневался. Но теперь я спокоен. Потому что культурный и воспитанный человек не может съесть своего товарища. Бабушка, так дядя Митя никого не ел? Нет, не ел. Слава богу, все теперь разобрались. Дядя Митя, а то мы тебя хотели расстрелять. Ну, Дима, хоть бы предупредил, что в такой передаче снялся. Вот чего мы тут только не думали. Мы ж не знали, куда звонить. Это все телевизор проклятый. Мозги нам запудрил. Ну ладно. Всего доброго, Степан. До свидания. До свидания. А ты точно не маньяк?
Наверное, многие из вас слышали историю сантехника, который, приходя на вызов, насиловал беззащитных женщин. Особенно он предпочитал пожилых, одиноких, полных женщин. И только в нашей передаче вы узнаете правду об этих ужасных преступлениях, а также леденящие кровь подробности о чудом уцелевших жертв этого маньяка.